Лето в деревне я любил больше всего. Но Альт был со мной не согласен. Это Виталик, админ клуба. В своей жизни он сделал только одну полезную вещь. Занял подвал этого ДК. Мы называли его Турбо за молниеносную реакцию. Еще ему не было равных в пасьянсе и счете мелочи в уме. Год назад я впервые увидел компьютер, и с тех пор все мои мысли были о нем. Я просил у родителей книги по программированию, ходил в кружок юных техников, просил компьютер у Деда Мороза. Но в деревне лучше не выделяться. Поэтому я был как все. Ну, почти как все. Сейчас мне 25. Альт тоже чуть вырос. Я руковожу фронт-энд разработкой почты в Mail.ru Group и считаю неважным, где ты начинал. Образовательные проекты Mail.ru Group. Однажды мы расскажем и твою историю. Присоединяйся.